Всем привет, с вами Сергей Пушков. Добро пожаловать на прохождение новой игры от разработчиков Cluster Truck. Извините, что долго не записывал видео, я очень сильно болел, но это будет в первом подкасте моем. Скоро будет подкаст, ждите. Вот, а сегодня вот недавно вышла игра, называется Cluster Hot. Это, как сказать, объединили Cluster Truck, у меня есть прохождение на канале. И есть игра Super Hot. Там как вроде Терминатор, там слоу-мо. Это все объединили, и ты прыгаешь по грузовикам в замедленном движении. Это, как я понял, лучшее время, это лучшее время мое в Cluster Truck'е. Сегодня я вот еще не играл, это никакие уровни не видел. Буду проходить Cluster Hot или Super Truck. Вот так. Скачать игру вы можете на официальном сайте разработчиков. Я ссылку оставлю в описании, чтобы вы все в нее поиграли. Так, ну давайте тогда New Game. Если вы не двигаетесь, то все не двигается. Если вы начинаете двигаться, то все понятно, вы двигаетесь. Давно я в эту игру не играл. О, они теперь бибикать стали. Ну я профессионал, за 41 минуту прошел эту игру. Сказал сразу и как будто сглазил. Ну давайте сейчас быстренько. Оп. Не привык я, что сразу все замедляется. Ну, первый уровень даже тут, наверное, ну, так просто. Так вот, типа будем шататься, и там мы будем двигаться. Тут уже тупо не постоишь, нужно хоть как-то двигаться. Я буду тупо на кабине манцевать, если не перевернется. О, прям на этом. На финише. Очень давно не записывал. Вообще, наверное, все забыл. Так. Так вот, вспоминаю. Вот это манцовка. Главное, чтобы меня никто не подбил. Мне теперь сигналить умеют. Вот это добавление. Вот это все решает. Мне лучше так вот на А и Д так легонечко так нажимать. Можно типа манцевать на кабине. Все, и за 2 минуты я прошел первый уровень. В смысле, такой слоу-мо. А, все, тупо не двигаться, даже не написано level finish. Второй уровень, как-то все наклонилось. Ой-ё. Камни. Камнепад. Ой, там чувак перевернулся, вообще не... Ой, и чё? Ой, мог проехать. Так, все шатается. Не знаю, поставился на максималке, наверное, не надо было. Там какие-то тени, дистанции теней. Все на максималке, компьютер позволяет. Вот это я сейчас вообще... Камень меня не раздавит, меня только убьет земля. Грузовики стали красные, как противники в суперходе. Это я первооткрыватель на первом грузовике еду. Главное, чтобы он не перевернулся так. Ту-ту, мансую, влево-вправо. Вам тоже так советую, если вы будете играть в эту игру. Так вот на А и Д, так можно тупо, как сказать, стоять. Что? Он взорвался. Ну, это, наверное, уже продумали разработчики. И сделали там, типа, что он взрывается, переворачивается. Ой, камни, спасители мои. Так. Опа-ча. Не, ну зачем ты перевернулся, слышь? Да там еще дела хуже постоят. О, все, проехали, давай. Долго не мансуем. Мне все-таки надо придумать какую-то тактику. Так вот, shift. А если тупо shift держать? Не получится. Надо именно двигаться. Единственное, слово, он лег на мышь работает. Не работает, это уже не Cluster Truck. Тут типа слоу-мо, когда ты не двигаешься. Оп. Камень не убивает, ничего не убивает. Только земля убивает. Ну там давай, не взорвись, не перевернись уже. Оп. И вот так вот прыгну. О! Уже как в конце суперхода, супер-трак.
Мне в первом уровне не выскочило, или так пролагнуло, я даже не знаю. Так, третий уровень, уже третий уровень. Как-то слишком много там грузовиков. Я слишком далеко летаю. Так. Так. Слишком много грузовиков, наверное, там вот уже один перевернулся. Кто есть анекдот, типа фуры с лайками. Ну, слишком много фур с лайками сносятся. Все, супер. Ну, прикольно сделали. Я думал, будут там, типа, противники на грузовиках стоять и вы с пистолетом всех убивать. Не, просто, как сказать, вы прыгаете. Ну, за основу взяли классный чувак и тупо сделали элементы супер ход. Даже не знаю, как называется игра, и супер трак, и кластер ход. Как хотите, так и называть. Мне даже, я не знаю, я и так называю. Хочу вот пройти всю эту игру, наверное, она тоже, типа, время считает. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, я на кабине, так. А вот я и приехал. Так, мансой мы обережно, да, то есть поаккуратно. Супер, чувак. О! Вот эти штуки, когда-то я на них залез в кластер-шлаке и начал так ползать. Интересно, тут так можно? Ну, нету шанса. А вот есть шанс. Ну, а ну-ка, если вот так вот быстро прыгать вообще. Паркурщики 300-го левела. Так, держимся, держимся, держимся. Вот это точно, что держимся. Ой-ой. А мой живой водила? Живой. Так, Мансур, Мансур готов прыгнуть, если он перевернется. Все, круто. Ну, очень прикольно в конце. Ну тут как-то так все белые локации, наверное, как и в суперхоте была. Такая приколюха, что все белое, кроме противника. Что? Это что такое? Ой, это как один из таких средних уровней, там, наверное, 20 какие-то. Там еще в кастер-траке были уровни обрезаны. Взлетаем! Ой-ой-ой-ой-ой! Блин. Надо быстро. 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 Мне так кажется, что когда вы бегаете, то это очень все быстро. Оп-о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 п
запрыгнул на них. Чувак. Ух ты, а это сверху. Снизу придется что ли прыгать, потом на верхнюю. Все, я понял, надо взлететь. Не, так, я не понял. Надо держаться на грузовиках. Сейчас давайте попробуем. На первый грузовик. Не. Я уже слетел там по... Вот первый грузовик. Он хоть взлетает или от нашей массы он... Уи! Получилось. Ой, такие взрывы вообще... Супер эффекты. И вот цель, все, мы к ней приехали. Вот меня штыкит эта озвучка. Вот так, получается, слева цель, так как на снежной локации в классе Траки. Ёлка спасла. Ой, слишком крутые спецэффекты для меня. Ничего не увидел. Походу, это мой чувак был взорвался. Опа-па-па-па-па, ёлка спасла. Так, ну, надеюсь, мы не... Да куда ты поехал? Ну да, чтобы не двигаться, это ж тяжело, чтобы замедлилось время. Так было прикольно на левую кнопку мыши. Мне сейчас надо быть одним из первых, но и не из первых. Вот так вот. Так, надо было на ёлку, всё, надо на ёлку, всё. Так.
или нет, я вообще сейчас не знаю. Главное не запороться и там на полчаса не застрять. Ёлка не спасла. Там, походу, была цепная реакция взрывов. Ну да, это вообще надо очень сильно держаться. Там уже чуваки взорвались. Оп! Вот тут тут тут. Ну да, вообще непривычно. На левую кнопку. То есть мыши сейчас жму. Низин замедляется. Это вообще какой-то кластер чувак вообще. Надо было так сделать. Кластер чувак, суперход и диш. И все. Это миллионов набрало, чем. Объединение названий. Так. На одном из первых грузовиков, надеюсь, приедем. Ёлка спасет. Чувак, едь влево. Чувак, едь влево. О, красавчик! И грузовики в бездну улетают. Так, уже 23 уровень. Я уже даже не заметил, наверное, 5 уровней обрезан. По нумерации. Ой, я ж на грузовик сел, но потом посмотреть на повторе. Так. Так вот. Вообще рисковые пацаны. Так вот сделаем. Не, вообще надо. Надо с шифтом все делать. Shift это бег. На WASD управление. Ну не там. Двигайтесь. Как всегда! Как всегда! Так, еще раз. Вот кто-то этот эти уровни быстрее прошел, чем я, но я вам уже говорил, как пластитраки прохожу по фану, чтобы узнать, какие уровни. Как там, хорошо или плохо. Не, ну оптимизация хорошая, если честно. Но оптимизировать, конечно, нечего. Где цель? Еще один прыжок. Офигеть, еще один прыжок. Тихо, пацаны, держитесь. Пацаны. Ёлки-палки. Страшно. Да как, когда перед собой ничего не видишь? Молодец, водила. Все, надо ему заплатить. Ой. Скачем. Стоп, там. Там навстречку. Вот это все, вот это хардкор. Там на встречку слишком далеко едут, все багнуло. Не, слишком рано. И надо все время с шифтом. Пускай шифт, все. Ты медленный как. Блин, в кластер-траке работало между грузовиков, они тебя придавливают, а ты типа руками хватаешься, как человек-паук лепки-лепки. Шифт! Шифт не спас. Ну давайте еще раз попробуем. Так. Быстро. Опа! Нет, не получилось. Так как? Жестко бомбит еще, когда эти переворачиваются. На ровном месте. Так. Я супергерой красный. Как всегда, у персонажа нет ни ног, ничего. Ух ты, можно так камеру переворачивать. Я не знал. Лол. Слишком крутая скала, чтобы не выжить. Ненормально. Так. Ну я на одном из первых. Потому что я есть один из первых, кто проходит эту игру, наверное. Прям вообще... Не ожидал, что такие разработчики объединятся, создадут свою крутую игру про красные грузовики. Ну, нормально. Ой. Не, потом реально такой, если покрутиться. Оп-оп. Не надо было на первый грузовик, ты там не выжила половину. А теперь тупо ждем. Да тупо ждем. Под дождем мы тупо ждем. Я рифмоплет. Как фараон.
Еще эта скала, зачем скалу добавили? Вообще хардкорный левел. Так, чувак, давай, я тебе заплачу. Бля, я на камне, блин. Надеюсь, прыгнуть можно, чтобы... Все, меня штырит. Вот такое надо записать на MP3, такое... Везде это подойдет. Там, выиграл в катку в КС, повысили, там тебя все, супер-чувак. Ой, супер-чувак, вот так. Вообще такие водилы нормально вообще. Но мне так кажется, я не всем заплачу. Нет. Надо было на молот сесть. Так, на молот сесть не получится. Тихо. Я на молот сел, но все равно не получилось. Не, эпик вообще. Интересно, в стиме она уже есть? Как... Просто класс трак выходит только осенью, если полная версия. Я не знаю, может скидку сделать, то, что вы, типа, прошли бету. Так вот, пока, молот. Я вот так вот еще сделаю, типа, это, конечно, прикол. А потом, когда придумал челлендж, так пройти кластер, этот, кластер-ход или супер, чувак. Ну вот где? О. Так, уже 43 уровень, а прошло 43 уровня за 16 минут, ну кто мне поверит? Мне так кажется, тупо так уровни похожие, одинаковые. Типа молот, потом объединение молота с такой фигней. Чё вы шатаетесь? Так, прыгаем, прыгаем. Так, не выпрыгивайся. Так, молот. Главное там не застрять, проезжаем, мужик, или там, надеюсь, там не женщина за рулем. Вот так. Вот это я сейчас вообще не среагировал как надо. Ну, переворачиваться на пустом месте, тут всякие штуки, ловушки. Чтоб так не говорить, что... Тут тупо постою. Оп. Вот бы еще в этой игре открывались бы эти прицепы. Можно было залезть. Ну то была пымба жесткая. Ну зачем ты перевернулся? Теперь непонятно, что будет происходить. Этот вообще развернулся. Типа такой психанул. Да не, я проехал так много ловушек, надо поехать обратно. Слушай, там не сигнальте, сигнальте вот этим. Не, вообще не работает. Мне так кажется, что на правую или левую кнопку мыши, это я просто не двигаюсь. Опа-па-па-па! Был шанс сейчас быстро пройти, но я его не использовал. И сейчас не использовал. Надо вспоминать свой скилл летуна. Как надо летать в кластер-траке, я чтоб не прыгать, а летать. Я лечу! Почему я не расхватился за стенку? Неужели этой возможности больше не? Ну ладно, сейчас. Там прикол, что я записываю это ночью. 3 апреля, если там кому-то там надо. Ну, просто завтра у меня 4 апреля день рождения, если что. Просто так прикольно. Просто жестко болел. Будет все в подкасте. Опа-па-па-па-па, я пошел, супер-чувак. У меня уже левая рука болит. Ты-ты, двигло взорвалось. А пукан там бомбит. О, дальнобойщик. Так, тихо, едь. А вот тут вообще непонятно. Опа-па-па, да куда ты поехал? Смотри, куда плюешь.
Не, ну там у чувака стефило, ему было хорошо, но я бы не долетел. Чувака штыри! Блин, не долетел ты. Жалко, что не долетел. Би-би-би-би. Интересно, до конца пройду? Я уже не помню, сколько в Cluster Attack было уровней. Наверное, 100, и, ну, это именно по их обрезанной нумерации. Так, мне так кажется, вообще мышка не нужна, уже левая рука болит, там, мансевать на А и Д, там, В, W, S, уже взлетел. Я сейчас, походу, взлечу. Я взлетел! Я умею летать! Супер-трак вообще штырит. Опа, чао, опа, чао, не получилось. Что-то уже мы застряли на этой локации с башнями, похожими на Биг Бен. Или наоборот, на какие-то японские башни из Mortal Kombat. Нифига, я в дырочку пролетел, все. В дырочку пролетел, как это было смешно. Так вот, вот так вот. Вот так вот. Нормально, нормально, молот не работает, ты держись. Да ты держись, я тебе сказал. Уже палец безымянный с шифта слезает. Ставь лайк, если у тебя тоже безымянный на шифте. Когда ты используешь... Опа-ча! Так, ну поедем все с этим братаном, братаном. Не получилось. Чё, не кипишу, главное не бомбить. Когда бомбить, то будет жесткий полет. Это не то, что я хотел сказать, просто скилл летуна 80-го левела не работает так, как надо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Кажется, я на вот этого чувака залечу. Надо было на молот и там вообще. Если вот я только что увидел версию, это версия альфа 0.2. Мне вообще не получается, вообще не получается. Мне с первого раза проходить, даже первый уровень с первого раза не получилось. Слишком горячо для грузовичков. Вот это я полетел. Опача, опача. Главное оставаться на местах и ждать своего грузовика. Что такого нету? Пацаны, вы чё? Разработчики, тут баг. Сейчас тупо на эту штуку взлечу. Мастер. Немало ли этого сейчас придать? Ёптай! Нет, вообще не получилось. Жестко бомбит, пытаюсь сдерживать свои эмоции. Пытаюсь не материться у нас адекватные ролики на канале. Скоро будет выходить PayDay, если честно. Просто я купил по скидке дополнение, хоть нормально. У меня вообще дополнений не было. Дополнений не было дополнений. Так, держимся, держимся. Вот реально, хэштег держимся и хэштег слишком горячо. Это даже не суперход, это... Чувак! Чувак, супер, чувак. Вот эти теперь какие-то сетки. Наверное. Как преодолеть клаустрофобию? Не туда полетели. В узком помещении, хотя это не узко. Тихо-тихо-тихо! Вообще надо на первый грузовик и где-то даже, наверное, за стенку цепляться. Ух ты, 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 я сказал, если бы прошел. Но я не прошел. Опа-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 
И грузовики тупо отлетают от него.
Что-то шейф не работает. Не взял, рука болит. Жесть. Может, я просто давно не играл во все там игры. Тупо в Payday накупил дополнение. И не играл. Надо, короче, становиться на месте в воздухе, если так получится. И стоять, пока не найду я свой грузовик мечты. Вот это вообще лаки. Я думал, сейчас будет замедление. Ах ты, тварь. Фу. Вообще бомбит жестко. Жестко бомбит. Это жестко бомбление. Бомбежка. Почему тут не летают бомбы? Почему тут красные чуваки из суперхота не прилетают? Ой. Мне так кажется, они взрываются и исчезают. Вот, наверное, игра, на которую нет читов. Это классный чувак и... классный и сьюпер чувак. Походу, реально сьюпер чувак. Потому что если озвучивается сьюпер чувак, то классный ход это так, для прикола. Да, и нет никакого и логики. Просто это суперовый грузовик. Или класс. Даже не знаю, что такое класс-то. Но горячо. Так горячо. Вообще бомбит пука, если честно. Так вот. Сразу сюда выпрыгивать. Так вообще. Подцепите, пацаны. Они подцепили. Мертво. Пресс экзит. О, попустить карту. Ух ты. Я не знал об этом. Не Y даже, а Y. Английская буква Y, латинская, я даже не знаю. Так вот. Но я не хочу пропускать. Не все еще потеряно. Все невозможно. Невозможно. Я об этом знаю точно. Бомбит. Жутко бомбит. Нет, давайте так, я отвечаю, там будет еще один переворот. И будет финиш, отвечаю, инфосотка. Все. Супер. Чувак. Не супер так. 61 уровень, вот это дизайн, вот это возможности. Сделайте так, что она стреляет в нас. О, нифига, это даже не стреляет. Все, надо эту инку. Бесплатную делать в Симе никак, там 10.99 или 5.99. Почему я не летаю? Как НЛО? Ну, подлетел. Че я не подлетел? Ну. Теперь я подлетел в самый ненужный момент. Левел фейл. Вот наоборот, надо опасаться этой штуки. Штуки опасаться надо, штуки такой, такая штука непослушная. А куда? Куда? Я скажу тебе, да, упаду в дырочку. Лол, надо в дырку упасть, все это best of the best игра, все. Как всегда я говорю, каждый может в нее сыграть, просто надо оставить свою почту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, надо оставить свою почту, и вам пришлят, типа, подтверждение, вы можете там скачать. Я не знаю, весит мало там всякая дата, само приложение, сделанное в Unity. Ну, по ярлыку было, понятно. Но мне так кажется, когда будет игра выходить в Steam, то они там все сделают по-ювелирно. Landfall Games и вроде Tiny Build. Не знаю, кто разрабатывал и издавал игру Суперход. Ведь тупо в дырку, в дырочку, в дырочку. Там опять эта штука гравитационная. Нечестно.
Ну а теперь, знаете, типа есть press X to win, а это press Y to win. Чтобы пропустить. Мне такое не надо. Я хочу пройти. И попасть в дырочку. Вот это я ювелир. Пролетел в дырку. Вы там ничего не подумайте, но... Я очень большой, если хотите об этом узнать. Ха. Шутки. Чтоб там... Такие взрывы, как будто уже реально там стреляют. Там еще одна дырка. Все. Это все, я прошел. Не прошел игру, я думал, там будет на сети 2-3. А это вот вся игра. Прикиньте, даже лучше, чем Cluster Truck. 27 минут 42 секунды. Пишите в комментариях, какой у вас будет рекорд. Ну, конечно же, не фейковый. Вот попробуйте, я оставлю ссылочку. И там вы там почту оставите, там ни пароль, ничего, тупо вам присылают файлы, и вы радуете жизнь. Ну, там еще типа DDoS проверяет браузер, ну, это мне так это только в Яндекс браузер. Вот так-то все, теперь тут не 41 минута, а 27 минут. Вот тут видео, я все поставил на максималке, там. Вертикально даже сохранение, наверное, из-за него. Аудио, ну, музычка, конечно, тоже крутая. Вот, можно было... А тут нет, why. О, тут даже написано. Это будет изменительным. Типа, нельзя изменить, но его потом можно изменить. Мы обещаем. Ну, ок. В классе траки были еще, типа, там всякие способности, которые можно прокачивать за какую-то единицу, непонятно, как добывающий. Да, вот всего лишь плей, это походу та же игра, только вы там можете там еще быстрее пройти New Game, ну понятно, новая игра, настройки и выход. Ну, представляете, 32 минуты, и вот прошел игру за 27 минут 42 секунды. Ну а на этом было все, с вами был Сергей Пушков, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, теперь вообще все будет часто идти, и я... Так переболел, что теперь, наверное, буду 2 года не болеть. И ролики будут выходить часто и в хорошем качестве, прям как сейчас, надеюсь. Ну, а с вами был Сергей Пушков. Пишите комментарии, то есть ваше мнение об игре. Всем пока!